БРСМ. Расшифровать аббревиатуру, в которой заложен сильный воспитательный смысл, может без исключения каждый. Деятельность организации может вызывать положительные эмоции, может подвергаться критике. Но так или иначе, о БРСМовцах знают, об их работе говорят. 100 идей для Беларуси, цветы Великой Победы, Беларусь помнит, волонтерские проекты, студотрядовское движение, молодежные информационные группы, темпы, которые набрала государственная молодежная политика в Бресте, не могут не удивить. Наша молодежь активно внедряет ряд своих таких молодежных фишек, молодежных идей. Сегодня в рядах Белорусского республиканского союза молодежи города Бреста стоит более 9 тысяч наших ребят. И каждый из них индивидуум, потому что каждый из них старается проявить себя в той или иной сфере, будь то спортсмен, будь то там строитель, будь то там еще в каких-то других отраслях, он себя обязательно хочет сделать так, чтобы прежде всего на благо города, и чтобы и за ним потянулись другие ребята. У нас 44 волонтерских отряда, это доброе сердце, которое на самом деле доходит практически до каждого человека и проявляет именно те поступки, ту помощь тому непосредственному человеку, который нуждается в ней. Это будь то начиная с подмести двора, там, наколоть дров там, и где-то прибраться в доме, и заканчивая даже сходить в магазин, может быть, рассказать, посидеть, поговорить, спросить, как вообще в жизни происходит, какие новшества происходят в жизни человека, который вот одинокий человек. Это говорит о том, что наши ребята, наша молодежь неравнодушная к тем людям, которые нуждаются в их помощи. Несколько вопросов, которые стояли во главе угла встречи, переросли в большую дискуссию. И задач на предстоящее время, подготовка к тысячелетию, развитие движения среди индивидуальных предпринимателей, работа молодежных информационных групп. Также решился кадровый вопрос. Процедура избрания нового секретаря городского комитета проходила путем голосования. Руководить городским комитетом будет Екатерина Сегенюк. Цели новый руководитель ставит амбициозные. Работать с тем же запалом, смотря на работу свежим взглядом. Основных направлений деятельности у нас много. Это и волонтерское движение, и студотрядовское движение. Также мы за здоровый образ жизни, это всякие спортивные мероприятия. Мы будем продолжать свою работу по нашим основным направлениям деятельности. Также мы будем развивать нашу работу в интернет-пространстве. Сейчас это важно, интересно молодежи. Молодежь все там. В ходе пленума также звучали слова благодарности тем, кто внес свой вклад в реализацию государственной молодежной политики в Бресте. За активное сотрудничество городского комитета БРСМ и нашей телекомпании мы также были удостоены почетной благодарности за существенный вклад в информационное освещение деятельности и проектов. Наша совместная работа продолжится, как и полагается, выйдя на качественно новый виток развития.